Уже более 70 детей поздравили с наступающим праздником Деды Морозы. К городскому проекту «Служба Дедов Морозов» присоединилось предприятие «Вологда-Горводоканал». Они принесли праздник в семью Нерусовых, где воспитываются 5 детей. Здравствуйте, мои дорогие! Здравствуйте! Деда Мороза ждали с нетерпением, готовиться начали заранее. Каждый выучил по стихотворению, чтобы порадовать зимнего волшебника, ну и, конечно, заслужить подарок. Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный, пора, красавица, проснись. Читали стихи, играли на музыкальных инструментах, талантов в этой семье масса. Порадовали дедушку, получайте и подарок. Поздравляем вас с наступающим Новым годом. Желаем вам счастья, здоровья, чтобы вы оставались всегда такими же добрыми, веселыми, очаровательными ребятками. А подарки на любой вкус. Для маленькой Кати – большой плюшевый друг, а для ребят – настоящая боксерская груша. Все это сюрпризы от предприятия «Вологда-Горводоканал», еще одного участника городского проекта «Служба Дедов Морозов». Мы очень ждали Деда Мороза, очень рады, что хорошие такие подарки он нам подарил. Как раз то, что хотели ребята. Они у нас хотят заниматься спортом, готовиться к армии. Вот. Как раз очень хороший подарок. Большое спасибо. А поздравить с наступающим праздником Деда Мороза уже успели больше 70 детей. Стать зимним волшебником под Новый год мог любой желающий. Откликнулись 11 предприятий, организаций города и около сотни волокжан. Всего было собрано более 300 подарков, которые получат дети из многодетных и малообеспеченных семей. А проследить за волшебными событиями можно в онлайн-дневнике проекта на сайте «Вологда-портал» в разделе «Город добрых дел». Юлия Савинцева, Михаил Прищев, «Вологда-портал».